Добренько. Всем добренько. Ну а сейчас вот так. Сейчас вот так. Ну что ж, давайте приступать, так сказать, испробуем. Я по этим лабиринтам хер его знает, куда тут шарахаться. Тут какие-то заборы, блядь. Заборы из профнастила, блядь. Это же какие-то профнастильные заборы, какие-то красные сферы непонятные. Спасибо, Дмитрий. Бля, я не понимаю, нахера делать такой уровень вообще? Чё прикол? Вот это дверь или не дверь? Чё это за хуйня? Чё это? Стенка просто какая-то. Чё тут лабиринты, какие-то заходы, знаете? Без выхода. Игра такая была. Нам, допустим, нам, досовский этот шутерок. Во вьетконговцев там валить надо было. Что там еще было? Какой-то... Тоже какой-то такой шутер. С графикой от Квейка. Вот. И они выглядели, ну, в миллион раз лучше, чем эта игра. Там... Rampage какая-то игра была, там деревенщина какой-то ходил, такой типа... Вот. Как-то там Rampage, что-то там. И там такие шутки еще такие смешные, типа а-ля Postal. Ну и как бы... Даже на моем первом пеньке, конечно, игры были, блядь... Раз в 100, наверное, круче, чем это. Ну и управлялись нормально. О, не, не с эмулятора, с эмулятора. Чё вы крякаете, ёпта? Чё вы крякаете, ё-моё? Вам чё надо, ёпта? Чё вам надо? Чё так и надо? Я ничего не пойму. Завод, я не знаю, честно говоря, работает он или нет. Не интересовался. Санёк, он же такой, ничего не пишет, ничего не говорит. Чёрт его знает, работает он, не работает. Кто ж его разберёт? Блять, какой-то ещё один дом. Ой, ёлки-моталки, вот это жёстко. Вот в вертолетике был у меня реквест. Сакура Кобра, что-то как-то так называю. И там я посмотрел, ну да, в принципе, нормальная тема. Я бы играл. А вот это, блядь, 100% бы не стал. Ну, потому что, ну, вообще поебень, блядь. Ну, извините, конечно, блядь, но поебень, блядь. Хуй его знает. И опять этот дядька. Чё ты, сука, от меня хочешь? Ёбаный старик, блядь. Кто ты вообще такой-то, блядь? Почему невидимая стена? Почему я зайти не могу? Чё мне надо сделать? Какой тайм? Чё ты мне, блядь, чешешь, сучонок? Ты ебанутый, что ли, блядь? Ты меня, блядь, в замок в этот ёбаный свой пусти или не пусти, блядь. Чё тебе надо, блядь? Ишак, нахуй. Пошёл ты нахуй, блядь. Ишак, блядь. Фух, бля. Ну вот этот спуск с лесенки, это вообще. Бля, да что, сука, бля. Я в них хоть попадаю. Ай, нахуй, бля. Собаки, бля. Блядь, да ёбаный ты, нахуй, в рот умер, нахер. Ей-богу, ребята, хороший квестик мне вот такие. Я их все равно не понимаю и пройти не могу.
Я вас уважаю, все дела. Но серьезно, блядь, такое играть. Во-первых, я это не понимаю, во-вторых, нахуй это нужно. Лучше реквестите нормальные игры, которые проходят, там, я не знаю, вот последний этот, как его, блядь, сингулярики-то, блин. Там, конечно, клюквенный сюжет такой ебаненький, но там хотя бы пройти можно. Ну, какая-то хуйня стоит вверху. Что дальше? Так, короче, ладно, нахер. Это все, конечно, прекрасно и замечательно. А, поиграли, в общем. Филит а-ля комедия, как говорится.